Мы задумываемся о своем здоровье, когда появляются первые негативные признаки, такие как избыточный вес, переутомляемость, раздражительность и ослабленный иммунитет. Причина одна – авитаминоз. С ним сталкивается 86% людей. Надо восполнять этот недостаток, и все согласятся с этим. Но как? Мы нашли ответ на дне Мирового океана. Морская капуста – это кладезь витаминов и минералов. Однако в сыром виде наш организм может усвоить всего лишь 10% полезных веществ. А использование технологии советских ученых для создания гелеобразной формы водоросли позволяет нам получать из ламинарии до 95% ценных элементов. Одна ложка геля восполняет суточную норму. Сырье добывается на Дальнем Востоке, в холодных водах Охотского моря, руками наших водолазов, что позволяет срезать только отборные слои вещеводоросли, не нарушая экосистему подводного мира. Весь процесс от сбора до реализации осуществляется под чутким контролем, поэтому наше производство сертифицировано по системе HACCP. Наша компания занимается добычей и переработкой морской капусты около 15 лет. За это время мы смогли добыть 300 тысяч килограммов ламинарии. В месяц мы производим более 50 тысяч единиц готовой продукции. Гель из ламинарии дальневосточной – это уникальный пищевой продукт из бурых морских водорослей сорта ангустата. Он не содержит консервантов, красителей и вкусовых добавок. В каждой баночке мы бережно сохраняем все полезные вещества, созданные самой природой, на благо вашего здоровья. Гель рекомендуется к применению, если у вас избыточный вес, проблемы с пищеварением, аллергия, акне, нестабильное давление, боли в суставах, головные боли, хроническая усталость. Наш гель также содержит натуральные пищевые волокна, альгинаты, которые безопасно и эффективно выводят из организма радионуклиды, тяжелые металлы, ксенобиотики и другие токсины, что подтверждено сертификатами качества, декларациями и экспертными заключениями. Ламинария – это польза океана в каждой ложке.